Конкурс рисунков «Почему снег белый» – первый в жизни третьеклассницы Нади Новоселовой. Живописью юная художница занимается только второй год. Но сегодня, вместе с учениками художественной школы, девочка стала одной из призеров творческого проекта пресс-службы электросталеплавильного цеха Северского трубного завода и телекомпании «Пятый канал». Я нарисовала мальчика, как он катается с горки возле своего дома. Конкурсу предшествовали интересные и познавательные уроки, рассказывает Надя. Участники конкурса знают, что на территории предприятия снег теперь можно увидеть белым благодаря двум современным установкам Северского трубного завода. Современный мир, поясняет исполняющий обязанности начальника электросталеплавильного цеха Северского трубного завода Максим Зырянов, диктует свои требования. Эффективность производства и экологическая безопасность должны быть на одном высоком уровне. Это установки по газоочистке, газоочистные установки по агрегату дуговой сталеплавильной печи. Там используются тканевые рукавные фильтры, которые через газоходы пыль проходит сквозь них, пыль осаждается на этих рукавах и уже в трубы выходит очищенный воздух. На дугосталеплавильной печи применяется порядка 5000 фильтров. На внепечной установке обработки стали используют уже 940 фильтров. Теперь юные художники понимают, что живут в эпоху перемен. Дети Полевского свидетели одного из главных событий в истории Северского трубного завода. Мы же, когда на завод подъезжали, увидели, 4 трубы стоят. Это трубы Мартеновского цеха. Цеха уже нет, трубы остались. И мы планируем на будущий год их потихоньку уже разбирать. И скоро вы уже будете свидетелем того, что этих труб в городе Полевском не будет. Это уже тоже событие. То есть вы будете уже причастны к истории. Подарки для победителей конкурса – особое удовольствие, ведь вручать их помогал веселый снеговик Степа. Да и подарки сегодня очень неожиданные. Мы из рисунков одной из девочек сделали такие закладки для книжечек. Вот с одной стороны ваша картинка, а с другой стороны таблица умножения. Помните и учитесь. Степа, ты мне поможешь? Конечно! А оттого и впечатления у ребят только положительные. Первые победы, первые награды и так много полезных подарков. Замечательные впечатления. Тут шоколадку получила. Набор бусинок и шить мягкую игрушку надо. Приятным сюрпризом для ребят стала новость, что выставка рисунков «Почему снег белый» с этого дня открыта для посетителей музейного комплекса «Северская Домна». Атмосферу настоящего праздника создали воспитанники музыкальной школы. Екатерина Медведева, Сергей Чижов. Новости нашего города.